28 августа центр села Копчак был наводнен людьми. Жители этого населенного пункта в день Успения Пресвятой Богородицы отмечали храмовый праздник и день основания села. Копчакцы с размахом празднуют эти два события. Торжества начинаются с праздничной литургии в церкви. Затем на площади проводятся различные развлекательные мероприятия для сельчан всех возрастов. Храм села – это очень важный праздник для нас. Все готовятся очень тщательно. Обычно танцы, концертные какие-то программы, розыгрыши, там многое очень. Мы очень рады этому дню. Я в прошлом году была в храме, и там поставили столы нам, угощали. И так мне понравилось. Был концерт, дети показывали. Очень я плакала на этом концерте. Так дети красиво выступали. И бейнет юртымыз, и постоянно бейнет бизим. И праздник для вас начала, когда я из страны Ангелия, как Узиядан, Ередан Гелия, Тюркиядан, Ередан Гелия. Гелия начала, без бака, сесть, лет войны. Я не местный, я приехал в гости к зятю, внуку посмотреть, сватая. Я там тараклийский. И сказали, что очень хороший праздник здесь. Я поехал сюда посмотреть, как люди отмечают праздник. Я рад за них и всегда за Гагаузию. Перед началом праздничного концерта жители Копчака поздравили многочисленные гости. Башкан Гагаузии Михаил Фармузал, депутаты парламента Молдовы Олег Горизан и Петр Влах, гости из Татарстана, Киргизии, Азербайджана и Турции. Глава автономии обратился к копчакцам на гагаузском языке. Башкан поздравил жителей, пожелав им крепкого здоровья, успехов и процветания. Он особо отметил, что Копчак – уникальное село, которое славится своей сплоченностью, дружелюбием и большой любовью к своей родине. Bugün geldim size, sizinle beraber olma, kutlama sizi bu büyük yurtuyla. Sağ ol demeye size hani varsınız. Sağlık Allah versin. Kısmet, bereketli yıllar. Sağ olasın sizin birlikteysiniz. Anlaşmak var köyde. Sağ ol isterim demeye sizin primarınıza da, belediye başkanınıza size. O da daimaca benim yanımda beraber yardımcı barabar programları yaparız. Bu anlaşma Gagauzya'ya lazım. Biz bunu çoktan beklerdik. Burada bizim halk topluluğunda deputatları, bizim milletvekiller hani parlamenta çalışırlar. Sayın Büyükelçi de Türkiye'nin burada bizimle barabar bu yurtuda. Hepsi ister ki gün günden zedelensin, zengin olsun, yaşasın rahat, sağlıkta. После официальной части церемонии открытия праздника все трудовые коллективы села Копчак прошествовали парадом по площади. Примария села в этот праздничный день чествовала копчакцев-долгожителей, вручив им специальные подарки. Не остались без внимания семейные пары-юбиляры, в этом году справившие 50-летие со дня свадьбы. А в честь всех молодоженов Копчака со сцены была выпущена пара белых голубей. Праздничная программа продолжилась концертом, в котором приняли участие как артисты-уроженцы села, так и приглашенные художественные коллективы. Село Копчак является вторым по величине селом в Европе после села Кангас. В нем проживают около 10 тысяч жителей. Первые упоминания об этом населенном пункте датируются 1791 годом.